Символика криптовалют Zcash, Monero и Dash может ассоциироваться с незаконными действиями, цитирует аналитиков Европола Business Insider. Эти валюты привлекают мошенников простотой использования и широкой инфраструктурой. Кроме того, высокий уровень конфиденциальности делает их транзакции более анонимными, чем у биткоина. Пользователи не хотят, чтобы полиция и спецслужбы отслеживали их действия, в том числе покупки при помощи криптовалюты. Поэтому предпочтение отдается анонимным монетам, несмотря на попытки официальных властей препятствовать отмыванию денег и финансированию терроризма. Эксперты же считают, что подобные новости вызовут рост курса указанных валют.